не падать духом, а жить с надеждой. Когда у человека есть надежда, он все равно выигрывает в любом случае. Он старается, тем более уже когда возраст приличный, уже есть достаточный опыт. Мудрость какая-то появляется. И человек, если он спокойно, правильно продумает, он находит правильное решение. Из любого положения есть выход. Самое главное – стараться правильно все понять, никого не обижать, не оскорблять. И не считаться исключительно только с собой. Иногда надо идти на компромисс. Лишь бы было тихо, спокойно. У нас были очень сложные времена. Послевоенные годы. Сейчас, как бы ни было, крыша над головой есть. Пенсия совершенно недостаточная для этих цен, но она все-таки есть. И если правильно с карандашом в руке и с листом бумаги ее распределить, то голодным ты не будешь. Но не надо быть ленивым. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.